рождественское настроение. Здесь уже больше месяца создает вот эта елка. Она осталась от съемок фильма и пробудет здесь до весны. Рядом вовсю идет стройка. Здесь появится зимний городок. Впервые, но по задумке надолго. Фишкой места будет большущий каток с искусственным льдом. Ждать морозов не нужно. Лед будет и так, но сначала нужен песок. Далее у нас укладывается 50 мм утеплитель. На него у нас укладывается пленка защитная. Далее айсматы. Айсматы у нас чуть более сантиметра толщиной. И уже на эти айсматы непосредственно наливается вода. Айсмат — это как раз то, что превращает воду в лед. Это, да, так как мы в этом году первый раз делаем. Если делали бы второй раз, то в этом году мы уже недели три назад бы катались, и сейчас бы лед держался. Каток еще будет держать лед, когда на улице будет уже плюс 7. Вот эту полусферу заметили многие. Это прокат и теплая раздевалка. Она уже заполняется новомодной техникой для новеньких коньков. А там еще просто пена, да, и фен, да? Еще дезинфекция ультрафиолетом. А, да? Здесь, да, облучение. Здесь встроено? Да, встроено. Ну да, эти ассистенты. Берешь, катился. Сейчас организаторы думают, как устроить наилучшим образом работу, чтобы соблюсти антиковидные меры. Пока решили катать сеансами. 1,5 часа катаний, 1,5 часа на дезинфекцию. Глава города просит организовать продажу билетов онлайн, чтобы не было очередей. Цены, к слову, известны. От 250 рублей взрослым и 150 детям. Почему каток на Красной площади? Вот почему? Вот, а почему у нас такого не должно быть? Почему мы должны быть хуже? Поэтому это должно быть место таким знаковым, ключевым, которое символизирует Новый год. У главы города планы амбициозные. Будет не только каток, но и все по моде. Фотозоны, детские забавы, сувенирка и фудкорты. Однако сделать хорошо всем и тут не выйдет. Жители дома, что окнами выходят на площадь, готовятся к 4-месячному кошмару. То есть ваш двор в общественный туалет превращается? Ну, грубо говоря, да. Грубо говоря, да. Так в основном происходит на всех массовых мероприятиях. Естественно, музыка с утра до ночи. Это, естественно, работа круглосуточная компрессора, который будет поддерживать ледовую установку. Это, понятно, снегоуборочная техника, которая будет работать. Окна выходят прямо туда. И даже уже сейчас, когда начинается только еще строительство, все строительные работы, звук от строительных работ, такое ощущение, что это происходит у меня все в квартире. Сегодня и эти вопросы мэр обсуждал с подчиненными. Уже закупили и современные кабинки туалетов, обяжут ближайшие кафе встречать всех без разговоров, обещают усилить охрану и пользоваться шумомерами. Но жители дома живут здесь не первый год и знают, как бывает. А потому собираются напоминать о своем существовании в письмах по инстанциям, чтобы хотя бы сцены не ставили под их окна. А каток заработает здесь еще до начала зимы. Анна Генц, Вячеслав Казаков. Новости Прима.